Воскресенье 1 февраля наш коллектив «Веселые девчата» выступал на встрече делегации из Германии. Встреча проходила в школе. Немецкие друзья были настолько обескуражены тем профессионализмом, который показали наши дети. Они были настолько очарованы, встречали стоя, аплодировали, не отпуская детей. Мы получили такую отдачу, это невозможно передать. Это было такое счастье показать то, что мы наработали, и просили передать благодарность, поклон за мастерство нашим руководителям Марине Николаевне, Юлии Сергеевне, за сохранение русской культуры, за дань традициям, которые в этом коллективе живут годами. Все остались счастливы, и выступающие, и те, кого мы встречали.